Больше 200 дольщиков смогут въехать в свои квартиры уже через год. Стройка, которая тянулась 11 лет и несколько раз останавливалась, сначала была окончательно парализована, но вот теперь дело сдвинулось с мертвой точки. По адресу Тухачевского, 10, уже работают башенные краны и шумят строители. В эксплуатацию этот большой четырехсекционный дом должны сдать к 2016 году. Мы следим за процессом. Окна этого большого четырехсекционного дома, там, где они уже есть, до сих пор пустые, требуют ремонта. То, на что люди копили годами, собирали по родственникам и знакомым, долгое время оставалось бесхозным. В свои квартиры жильцы так и не въехали, а стройматериалы разошлись по рукам. Ситуация изменилась, когда вмешался лично глава региона. Количество проблемных объектов долевого строительства в Самарской области заметно сократилось. Этот дом на улице Тухачевского, 10, строили 11 лет и все никак не достроить не могли. Причины были разные. То подрядчик сменился, то кризис в 2008-м. Сейчас этот объект взяла другая компания на особых условиях. И уже больше 200 дольщиков через год смогут въехать в свои квартиры. Две секции уже готовы, но в нулевых годах нормативы были другие. Сейчас необходимо привести в соответствие с новыми требованиями. Работ и проблем по этому объекту больше, чем казалось. Сдать дом частями невозможно, в том числе из-за коммуникаций. Водоснабжение и водоотведение связывает всю стройку. Деньги выделили, поэтому дело двинулось в части реконструкции Линдовской станции насосной. То есть вода появилась дополнительная на Линдовской станции. Построили водоводы, протяженность водоводов более 2 километров, подающих диаметр там 1200-800, то есть достаточно серьезные сооружения. По сетям работы практически закончены, по Линдовской работы будут закончены при условии финансирования в следующем году. Новая организация полностью взяла на себя этот объект при отсутствии дополнительного финансирования. Все за свой счет. Строителям напротив этого дома предстоит построить еще один. Территория единая. Только так застройщик без дополнительных выплат дольщиков сможет вернуть затраченные средства и получить коммерческую выгоду. По графику работы у нас до конца 2015 года общестроительные работы должны закончиться. Ну и там выходим на финишную прямую. Это внутренняя отделка, благоустройство. В 2016 году в начале мы его должны сдать. По данным городского департамента строительства и архитектуры, всего в Самаре подобных объектов порядка 16. Больше 2500 человек с надеждой и верой ждут своих квартир. Виталий Портнов, Егор Майоров, новости губернии.